Papa loves mambo, mama loves mambo. Look at him sway with it, getting so gay with it. Shout, no lay with it, wow. Papa loves mambo, papa loves mambo. Mama loves mambo, mama loves mambo. Papa does great with it, swings like a gate with it. He loses weight with it now. Ребята, всем привет! Мы летим на Мальдивы. Компания One Two Trip сделала конкурс, благодаря которому вы могли выбрать, куда нам полететь, в какую страну, выбрать на определенные задания. Все это было в группе ВКонтакте. Куда? Вы голосовали. Спасибо вам за то, что вы проголосовали за Мальдивы. От меня отдельная благодарность. Да, потому что был Бангкок и Пхукет, по-моему. Да. Вот, также вы там прислали свои определенные задания. Задания сейчас озвучивать не будем. Ребят, самый прикол, что мы летим Emirates, моя любимая авиакомпания. Здесь эконом-класс такой же, как бизнес во многих наших классах. Что, ну прям? Сейчас увидишь. Как бизнес-класс во многих российских авиакомпаниях. У нас будет два отеля. Один с дайвингом самым крутым на Мальдивах. Второй отель чисто семейный. Мы их обязательно сравним и вам покажем. Здесь есть подушечки, пледик. Тут должны быть нормальные человеческие наушники. Еще должен быть и Wi-Fi на борту. Я не знаю, Wi-Fi на борту есть, но им можно пользоваться только после взлета. Вот это да, сейчас попробуем прямую трансляцию замутить. Вот, ребят, такие меню дают. Ужин, закуска, салат с булгуром, основное блюдо рагу из говядины с рисом, приготовленным на пару, кислоты и цукини. Че, ребят, вот мы из Дубая. Встретили, и мы идем на трансфер. Мали находится на острове, поэтому до любого отеля здесь можно доехать либо по воде, либо перелететь на небольшом гидросамолете. Этот отель находится не очень далеко от Мали, порядка 40 минут, поэтому мы поедем на безопасной лодке. Хватит уже с нас летать. Настю, кстати, продуло кондеми, и ей пришлось антибиотики выписать только что. Поэтому мы первый свой трансфер немножко пропустили. И, кстати, в 6 часов вечера уже полная темень. Сейчас почти 3 часа дня. 20 минут ожидания, и вот он, наш спидбот. Общественный транспорт, так сказать, как у нас маршрутки. Он зашвартовался. Hello. Okay. Hello. Hello. Welcome on board. Thank you. О, нормальная лодочка, комфортно. Да, ледяное полотенце после двух перелетов, хоть и Emirates, но это довольно сложно. Устаешь. Слушай, ну пока мне все очень нравится даже, за исключением того, что Настя заболела. Что, поехали? Здравствуйте, Александр, да? Да, меня зовут приятно. Ксения. Добро пожаловать к нам, Оксану. Я вам расскажу про наш отель, всю дам краткую информацию, и потом пройдем ваш номер. Отлично. Ваш багаж принесут вам в комнату. Как же красиво здесь. Сейчас очень спокойное море, очень классно для снорклинга, потому что нету таких больших волн и хорошая визибилити, что очень немаловажно. Та-дам. Так, дубарь надо выключить тебе сразу. Классно. Ой, качельки. Хороший номер. Джакузи у вас на открытом воздухе. Очень красиво в течение ночи, потому что яркие звезды и луна, все это можно наблюдать. Смотрите, открываете джакузи, ставите его с этой стороны, открываете горячую холодную воду и наполняете до сюда. Потом закрываете, нажимаете джет с этой стороны и начинается бабл. Класс! Да, вот эта фишка крутая. Душевая тоже на открытом воздухе, бамбуковый кран. Как же круто здесь сделано свой выход в море.
И коралловый риф сразу начинается, видите, торчит. Должно быть много рыбок. Но сегодня точно, наверное, нырять не пойдем, потому что шатались за этот перелет. Сейчас пойдем покушаем. Ну, вообще, место романтическое, такое класс. Мне очень нравится. Все оформлено с хорошим вкусом. Достаточно интересный дизайн. Здесь есть джакузи на улице. Ну, то есть, плюсов намного больше. Всем доброе утро, я проснулся уже, побегал вокруг острова, он оказывается очень маленький. Пойду на завтрак, Настя болеет, будет вставать, наверное, на поздний завтрак. А я из-за того, что поменял за последние 2 недели несколько часовых поясов разных, вообще всю ночь не спал. На завтрак выбор очень хороший, начиная от хамона и лосося, заканчивая китайской лапшой, курасаны, свежевыжатый сок. В общем, достойно. В общем, есть даже копченый марлин, прикиньте. В общем, хочу вам сказать, что завтрак очень вкусный. Редко когда бывает, что в отеле есть такой большой выбор. И, в принципе, все блюда, которые я прям люблю, они находятся здесь. Вообще, в таком месте я действительно отдыхаю. Даже вот снимая видео, все равно... Вот я утром встал, ничего не снимал, пошел зарядку поделал. В море посмотрел, как рыба с раннего утра кормится. Так, поснимал восход немножко, краба, побегал. И мне кажется, такие места сюда приезжают творческие люди, которые хотят вообще от людей, от всего отдохнуть. Здесь в основном парочки. Но также есть и семьи приезжают. В общем, контингент разный. Но чем хорош именно этот отель? Тем, что он находится всего в 20 минутах от...